И несмотря на то, что лесные пожары пока не угрожают населенным пунктам огнем, дымом, они уже задушили большинство районов Иркутской области. Даже в столице Прибайкалья уже несколько дней ощущается стойкий запах гари, а вместе с утренними туманами все это превращается в сплошное едкое облако. Однако специалисты регионального Роспотребнадзора заявляют, что непосредственно в Иркутске ситуация с задымлением более чем стабильна, в отличие от других 28 районов области. Отчетливый запах гари и смог сейчас можно наблюдать в большинстве населенных пунктов Прибайкалья. Однако самая критичная ситуация в Киренском районе, и в частности в городе Киренске, где зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. За время пожаров за помощью к медикам там уже обратился 21 человек. Из Братска в Киренск дополнительно направлены несколько врачей для оказания помощи населению.